приветствуем вас от нашей семьи. И мы собрались вечером поехать в Икею. Все-таки мы пришли к выводу, что диваны там можно выбрать. Да? Да, конечно. Я посмотрела сегодня... Ахмедушка, кстати, меня прям вынудил одеть новый ремень. Жена говорит, я тебе подарила, ты не носишь. Сегодня я смотрела на сайте в Икее, достаточно хороший выбор у них есть. Модульные диваны есть. И все диваны, они с местами для хранения, с ящиками для хранения. Это очень, мне кажется, выгодно, особенно когда вечно некуда ничего складывать. Ничего. Есть что складывать, некуда просто. Пошли? Пошли. Доброе утро всем. Доброе утро. Смотрите, какая у нас спортивная семья. Мы отправляемся на завтрак сейчас и... Потом продолжим поиски дивана в надежде, потому что вчера в Икее я для вас ничего не сняла. Мы были разочарованы тем выбором, который предложил нам Икея, и то, что нам хотелось, этого не было, и неизвестно, будет ли не будет. В общем, мы все еще в поисках идеального дивана. Вот. И я уверена, что идеальный диван – это не дорогой диван, то есть это не самый дорогой диван. Вот. Хочется такой, знаете, который смотришь на него, сразу хочется присесть на него или прилечь. Which place we are going? Hamilton. What? For breakfast? Yeah. Hamilton. А еще мы забыли сегодня поздравить вас со Старым Новым Годом. Надо обязательно сегодня отметить, потому что... Ахмед, конечно, такой, когда я ему сказала сегодня с утра, что сегодня Old New Year, он такой, что? Сколько у вас там еще Новый год можно отмечать? Я говорю, да, у нас весь январь, а потом начинается Man Day, Woman Day, Victory Day, Easter, в общем... Королева Day. Королева Day, слышите, Day? На улице, кстати, уже утро, 10 утра, но уже 23 градуса, прям потеплее стало в Дубае. Я не знаю, наверное, просто был очень холодный какой-то циклон пришел в течение 3, наверное, недель, когда утром было очень холодно, очень, прям 13-14 градусов для Дубая, представьте это. А в пустыне, говорят, вообще было минус 2, минус 3. Маша, кстати, успешно продолжает свое лечение. Она не пользуется сейчас каплями вообще. Промывает нос, пьет антибиотик и пьет противоаллергийные. И вроде как, ну, по крайней мере, она мне сказала, что нет уже таких трудностей и сложностей, как были в самом начале, когда ей пришлось вообще через силу не прыскать этими спреями для носа. И уши были заложены, и нос заложен. Тем, что мне доктор написал, типа, вот этот спрей, который надо промывать, а русским это дельфин. Долфин. Приехали в этот раз не на GLT, а на Джумейру. Смотрите, как аккуратненько посадили цветочки. Будь здорова, дочь. Ой, какие красивые цветы. Все тот же автомобиль стоит здесь белый. Вот тут 3 этажа. Посмотрим сейчас, что свободно. Вот, кстати, тоже свободно. Наконец-то мы дождались нашего завтрака. Вот такой вот Ахмед себе выбрал завтрак. У него называется большой завтрак. Кофе, макарон. Машуля семена, пудинг с семенами чи. Она вот так захотела. И матча латте, да? А у меня яйца по-гречески с классическим хлебом. И у меня еще тумерелик. Я сейчас не знаю, как это правильно проговаривается. Латте. Какой-то он там особенный, со специями. И авокадо-бустер. Вот такой вот у нас замечательный завтрак. Всем приятненького аппетита! Забежали в один магазин трехэтажный, который мы хотели посмотреть. И вот здесь вот такой вот есть диван, который нам очень понравился. В принципе, всем сразу.
Мы ищем такую опцию, где можно было всем вместе сесть на один диван и наслаждаться вечером, а не каждый по своему месту. Здесь даже два человека могут лечь, если убрать подушечки. Вот. 15 тысяч он стоит. Мы сейчас поедем еще в Дейру. Там есть очень много итальянских магазинчиков. Вот, зайдем туда, посмотрим. И это нам понравилось. Маше понравился этот пуфик. Пылесборничек. Где все пылесборничек? Так, еще вот такой. Но он кожаный, 25 тысяч стоит. 25 тысяч дирхам, это больше 500 000 рублей выходит. Но он такой прям большой, видно по нему. Прям как стол здесь уже. Ну, вот здесь еще такой аккуратненький есть. Ахмед все надеется, что где-то найдет сторидж для хранения, но нету. What is the price? Have a look. 8. 8 тысяч. Вообще здесь, конечно, такой магазин, в котором все есть, по-моему. А, ну это практически такой же, да? Да, кожа, только тканевый. Только тканевый. Значит, он дешевле должен быть. 13 тысяч. 13? Two pillows, yeah? Yeah, two. But for what? Same story like that. Just, I think if you will remove one, it will be more comfortable to sit. Deeper. Пипец. Браун. Нет, у нас. Big size also. This is movable. As a table, and the metal. Ой, ой, this is can be as a sofa to sit on. Смотрите, какой. The Arab tradition. You will take shower here. Okay, nice. We will child here. И вот там вот еще один. И цена? 40 тысяч. 40. 40. Материал мне вот нравится такой, знаете? 22. It's hard. It's okay. Sofa to relax. Yeah, this is not what we're looking for our small apartment. When we will have our own one, we can choose something. She said something very nice yesterday. Sofa can give you feeling I want to sit and sleep. Just yeah. Look. Он понимает, что я говорю, оказывается, иногда. Приехали мы в Дейру. Надо было сразу начинать, наверное, отсюда, потому что вот конкретно сюда, то место, к которому мы подъехали, это прям супермаркет мебели, или мол, правильно сказать, вот, где много очень фирм и только мебель. Сейчас посмотрим. По крайней мере, так на здании написано. Интересно, стоит ли верить тому, что написано на зданиях? В общем, пойдем. Ахмедушка здесь платит за парковку, это тоже обязательно. Ну, примерно вот так то все выглядит. Сподняхать. Only one sofa, you see? You see? This is what we're looking for, I believe. Yep. We will go inside? No, from that side. Oh. Вот такой арабский стиль. Очень. А, this also looks nice. Так, ну мы зашли вот тоже в хороший магазин, вот один из, вот этот, Шаттлмор. И я здесь всегда очень люблю вот такие вот дизайнерские решения. Посмотрите, какая красота. 500 дирхам стоит.
Не знаю, с чего это сделано, что тяжелое. Пожалуйста, тут мой сторич небольшой, да, может это хранить. Посмотрите, какая красота. Просто обалдеть. Еще есть вот такие на столе дяденьки. Дедульчики, дедюлечки. Тоже 500 дирхам стоит. Класс. Не просто там какие-то вазочки, да? Ты можешь даже в коридоре это поставить, где мы храним маски, там всякие, да, гели для рук. Просто супер. Ну и диванчики здесь, в принципе, такие, знаете, не дешевые. От 20 тысяч. Да, вот такие вот все штучки. Вообще, очень мне нравится. Какой стол, смотри, Мань. 18 тысяч стоит. Угу, ничего не слышу, о, ничего смотри. Не вижу, ничего никому не скажу. Да, это еще с маленькими кисицами. Класс. На фоне такого огромного-огромного выставочного зала мебель не такой, кажется, большой. Когда ты начинаешь представлять, как она будет смотреться в твоей квартирке, то, конечно, это прям смех вызывает. О, тоже какой красивый стол с стульями. Внимание привлекает. О, это кожаные стулья, by the way. А часы? В общем, здесь есть на что обратить внимание. У нас семейный поход в кинотеатр. Машуля. Мы решили, что у нас ланч будет, а обед будет в кинотеатре. Пятница. Семейный день. Мы так странно выглядим, потому что едем сейчас на пляж кататься на досках. И у меня такой купальник, знаете, с длинными рукавами, но мне кажется, это никак не согреет меня. Машулька только проснулась, Ахмед только проснулся. Я сегодня в 7 утра, как Золушка, смонтировала видео. Не одно даже, а два успела, потому что мне правда некогда. Вот. И снимать некогда, монтировать и вообще. В общем, едем, берем вас с собой в замечательное солнечное утро. Вот такой красивый вид. Все тут, все сплошь и рядом, посмотрите, занимаются спортом. Йога, бег, ходьба, волейбол, катание на досках. Красота.
наплавались. У Ахмедушки не получилось в этот раз осилить доску. Он, я даже не знаю, с чем это связано, но у него получается, он баланс совершенно не может держать. Он только встает, буквально одно движение, и он падает. И мне кажется, для него это вообще, надо сейчас спросить, удовольствие для него это или нет. Столько раз падал. Вода очень хорошая, свежая. Я не могу сказать, что это холодная вода. Мы только приехали с пляжа, буквально переоделись, сколько, 10 минут? Да, 10 минут. Все вместе и едем уже в ресторан. В ресторан мы вас с собой берем. Турецкий, Аль-Нуср, тот парень, который солит мясо, помните, вот таким вот способом. Мы заранее забронировали. А, it's still your work. А я спрашиваю, мы видели несколько саудовских машин здесь, и я говорю, а сколько до твоей работы ехать? И он показывает, 2300 километров, 24 часа в сутки. Неплохо. Not bad. Yeah, driving such long way alone, not bad, yes. You can have camping, barbecues. I'll come in 2 days, 3 days. Better to stay with my family here, no? Мы приехали в ресторанчик. Чем вот такой нам кусочек мяса принесли в золоте. На троих это. Еще у нас здесь свежие овощи. И мы ждем главного виновника торжества, чтобы нам все это дело порезал. Надеюсь, он придет. А вдруг не придет? А? А вдруг не придет? Я его сама притащу сюда. Just show to us how it's it. Налопались, еще и с собой взяли. Представляете, порция на троих. Опять повелись на надписи, что на троих. Надо было на двоих брать, еще бы и осталось. How it was? Fantastic experience. Do you recommend this place? Yes, definitely. Meat is very tasty on location and the guy himself serving you. Да, он фотографируется спокойно, со всеми подходит. Подходит перед мясом любое, типа от маленького самого без золота, с золотым такой. Сервирует столы. Мы стоим в таком красивом месте сейчас, прям. Хочется показать. Ну куда вы думаете, мы приехали после турецкого ресторана? В турецкий ресторан. А приехали мы сюда, чтобы купить свежие пахлавы и турецких сладостей. У меня просто не хватило места в желудке для сладостей турецких. А мои любимки попробовали одну пахлаву, сказали, очень вкусная. И поддержали меня, когда я предложила поехать сюда, вот в известный турецкий тоже ресторан. И взять коробочку с турецкими сладостями, пускай она дома лежит. У нас, тем более у меня сейчас небольшой отпуск. Будем дома сидеть и лопать. Люблю лопать. Маша такая счастливая, как ребеночек маленький.
О, мой айскрим, Маша, you're lucky, you see? Наберем, потом тут мороженое.